Проект предусматривает, что собственники и арендаторы сельхозземель будут обязаны следить за плодородием почвы и вносить органические удобрения. Обязаны обеспечить раз в 5 лет внесение органических удобрений не менее 9 тонн на 1 гектар всей площади пашни, либо осуществлять посев сельскохозяйственных культур, используемых в качестве зеленых удобрений, в том числе промежуточных сидеральных посевов на пашне не менее 20% от всей площади пашни. О целесообразности такого инструмента говорил глава региона на сессии в законодательном собрании края. Вениамин Кондратьев уверен, если не начать заботиться о земле сейчас, через несколько десятилетий Кубань лишится своих плодородных полей. На самом деле это закон о сохранении плодородия. Потому что сегодня, конечно, где-то получаем сверхурожай, это правда. Но за счет чего мы получаем? За счет сверхинтенсивной работы либо воздействия на нашу кубанскую пашню. Важно только сделать так, чтобы этот закон, который сегодня в первом чтении приняли, он заработал. Заработал. А самое главное, не с точки зрения принудительного исполнения закона, а с точки зрения всех сегодня правообладателей на землю, сделать своими сторонниками сохранение плодородия кубанской земли. В комплексе подойти. Это уже со стороны Андрея Николаевича ваш вопрос. Не просто сегодня депутаты дали возможность нам сохранить гумус. Но давайте это сделаем не точка зрения принятия закона, а с точки зрения реального сохранения. Собирайте всех наших селян, они поймут, неважно, это малый бизнес на селе, средний или крупный, они поймут, что это единственный способ передать им землю. Они ее очень любят, реально, очень любят своим уже детям, внукам, последующим поколениям. Сейчас определенным образом внесение изменений в закон об обеспечении плодородия земель мы в то же время подталкиваем производителей усилить потенциал животноводческой продукции. Я думаю, что это очень своевременная инициатива губернатора. Изменения в краевой закон о плодородии сельскохозяйственных земель до этого обсуждали на Аграрном совете. Ученые подтвердили, что подобные меры помогут улучшить состояние почвы.